ザ・ザ・ラスト・ビーチへ、こんにちは。こんにちは。ザ・ラスト・ビーチへ。結構昨日いた人が結構いらっしゃるので、またちょっと最初同じ説明になっちゃうんですけど、初めての人もいるので、ちょっと、まず最初はお店の、僕らの説明をさせてください。Я вижу здесь знакомые лица, вот. Но поэтому для вас будет повторно, но я буду рассказывать о своей компании. はい。我々は日本の、東京から来ました。画材ラボフィグモンと言います。Мы приехали из Токио. Наша компания называется Pigment. Это лаборатория художественных материалов.我々の、ラボはですね、大きく4つの機能を持って運営しています。У нас есть 4 функции. まずは、画材を研究する場。Первое – это лаборатория, то есть мы исследуем художественные материалы. そしてそれを、教育普及する場。Второе – это образование. Мы предлагаем разные образовательные программы, чтобы распространить наши материалы. そして、画材を一つ一つ、美術館の、展示物をきれいに見せるミュージアムとしての機能。Третье – это музей. То есть мы показываем наши продукции красиво, так как в музее. そして、高品質で希少性のある画材を販売するお店でもあります。Четвертое – это магазин. То есть мы сами продаем наши продукции, они высококачественные, и мы сами продаем в нашем магазине. で、そしてここには、ここのパンフレットを見てもらったんですけども、奥に4500色近くの色の顔料があります。Мы вам раздали буклеты, то есть брошюры.Вот там есть фотографии, вот, и здесь, на этой фотографии, в этом месте примерно 4500 красок. そして、600種類近くの筆とハケがあります。Кисть около 600. はい。で、今日は、その中で我々の教育プログラムとしての機能の一つを皆さんに体験していただきたいと思います。Мы сегодня вам предлагаем одну из нашей функций, да, то есть это образовательная программа. それでは今日は、これからこちらの長谷川さんの方に、今日は継ぎ紙ですね、講義をしてもらいます。それでは長谷川さん。Давайте тогда приветствуем госпожу Хасегава, инструктору. И сегодня она вам покажет, как делать цугигами. Да, ярошко негайшимасу. Сегодня 使う資料も昨日と同じものなので、最初は。Вот у вас есть распечатки, то же самое, как вчера. Поэтому, для некоторых тоже повторно, но слушайте.復習だと思って聞いてください。Повторение мать учёбы, да? ではまず今日作っていただくのは料紙という日本にある伝統的な装飾紙になります。Мы с вами сегодня делаем 料紙. Это декорированная бумага. В Японии это считается традиционной. はい、1ページ目開いてください。Посмотрите первую страницу.料紙はもともと中国から伝わってきたものなんですけれど、お経を書くための紙ですね。そして伝わってきました。料紙давно и давно из Китая к нам пришла, да, то есть бумага пришла из Китая для буддийских сутр。黄色や紺色や茶色に染められた紙が今ここに写ってます。Вы на фотографиях видите бумаги желтые?Синие и коричневые. Но 色自体に宗教的な意味合いもあるんですけれど、もともとは防虫ですとかそういった用途のために染められていました。Эти цвета носят религиозный смысл,
Но еще есть цель, чтобы от насекомых защищаться. これが伝わってきたのが700年代のことです。Это примерно в 8 веке. それが平安時代戦になってだんだんこう装飾的な紙へと変換していきます。А потом эта бумага, ну, постепенно становится более декоративным.今ここに写っているのは西本願寺三十六人歌集という日本の国宝に指定されているものです。На второй странице есть фотографии. Это поэтический сборник 西本願寺三十六人歌集фрагмент. И это государственное сокровище.これ見ていただくといろいろな種類が技法が使われて作られているものだなというのが分かっていただけるかなと思います。Вот еще также такие же фотографии на следующей странице, и вы видите здесь, ну, разные рисунки, разные техники. 次のページからそのテクニックをすべてではないんですけれど一つずつこのように図とともに説明が始まります。Дальше есть объяснение о некоторых техниках. Первое – это кирицуги, техника вырезания и склеивания. Два куска бумаги, обрезанные по прямой линии,приклеивают друг к другу. И здесь особенности – это прямая линия. その下の破り継ぎはこの組み合わせる線をわざとこのようにギザギザにしてつないでいくものです。Нижняя называется 破り継ぎ – техника разрыва и склеивания. И здесь, как вы видите, линия не прямая, а такая, ну, кривая, да, скажем. 次のページ見てください。次のこれは重ね継ぎと言います。Следующая техника называется 重ね継ぎ。これ少しずつ色合いをこう変えていく紙をずらして貼っていってグラデーションを作っています。Здесь мы делаем градацию. Как вы видите, мы выбираем разные, то есть несколько бумаг разных цветов, и они создают градацию.でこの下のものが墨流しですね。西洋のマーブリングとほぼほぼ同じものです。ニジェナズバイツァスミナガシ。Это делается с помощью туши. Вот. И на западе это называется марбринг. でその次のページに行ってください。書き文様です。これは一つずつ背景に来る絵を実際に手で描いていって作られたものです。スレッチェナズバイツァ書き文様。Это орнамент рисунок, то есть здесь орнамент нарисован руками. で次のページがキラズリですね。昨日実際にやった方もいると思うんですけれど、このステンシルされているのが光沢キラという雲母というものを使ったものなんですけど、角度見る角度を変えることでその出てくる模様が変わるという紙です。ちょっと長くなっちゃった。следующая техника キラズリ。Связная печать. Вот. Этим занимались мы вчера, поэтому вам для некоторых это знакомая техника. Вот. Здесь особенность заключается в том, что орнаменты делаются с помощью трафарета и используем краску, в состав которой входит сурьюда. Да? Поэтому она меняет цвет от угла и освещения.次の説明は実際に今日作っていくものと結構関連が深いので合わせて説明をしていきます。следующая вот мы говорим о цветах, но сегодня это очень важная тема. はい。本日皆さんに作っていただくのは継ぎ紙という料紙になります。Сегодня мы с вами делаем 料紙, который называется 継ぎ紙。とさっきの36人歌集だとこの辺りのものですね。ここら辺は次が。Вот смотрите на второй или третьей страницах. Вот есть примеры 次紙。これを見
ていただくと、この自然の風景、これごめんなさい、向き逆でしたね。あの自然の風景に見えるようにこの紙が作られてます。Это, наверное, третья страница, да, вот. И как вы видите, рисунок очень похож на пейзаж.別に自然の風景を作らなくちゃいけないという決まりはないんですけれど、日本はよくそういった自然のものをモチーフにするのが昔からあるので、こういった継ぎ紙もよくモチーフになります。Но это не обязательное правило, что нужно рисовать или делать что-то подобие на пейзаж. Но в Японии, ну, традиционно всё, как сказать, имитируем. Да, мы имитируем на пейзаж или то, что есть на природе.Вот, поэтому в цигигами тоже это отражается. で、その時に使う紙の合わせなんですけれど、その時これ今見ていただいていいですか？重ねの色目と言います。Вот, и тогда здесь важна комбинация цветов, и здесь вот традиционные комбинации называются 重ねの色目。日本ではこの色の組み合わせによって、その季節感ですとか思想ですとかを表現する文化があります。И мы традиционноВыражаем времена года этими комбинациями цветов. 2枚目めくっていただくと、これがあれですね、冬のイメージされた色の組み合わせ。На следующей странице есть верхние комбинации, это зима. で、下が春ですね。А нижние это весна.なので皆さんも本日は継ぎ紙を作っていただくときに色も合わせて選んでいただくんですけれど、まあ、季節感ですとか、まあ、他のテーマとか設けながら色を選んでいただくといいかもしれません。Вот, поэтому в процессе создания 継ぎ紙, вы сами будете выбирать цвета, комбинацию делаете, да? И когда делаете комбинацию, вы думаете о времени года или о какой-то теме, ну, любая тема, которую вы хотите выразить. ではまずこの継ぎ紙の構造を最初にご説明いたします。構造ですね。最初にどうやって作られてるかってことです。Вот, тогда мы перейдем к творчеству, да, и сначала я объясню, какая структура цугигами. これ同じ紙ですね。この紙は1、2、3、4、5、6パーツからできています。はい。Смотрите, пожалуйста, вот это уже готовая работа, да, вот, и там есть схема.И работа состоится из шести частей. Какой-то катачи де. Какой-то катачи на парцу кара декитер. Если разбирать, то вот так будет.また後で詳しく説明するんですけど、皆さんにもこういったパーツで作っていただきます、最初に。То есть вы сначала делаете эти части.でそれをある決まった法則で組み合わせて1枚の紙にします。これも後で詳しくまた説明します。Потом их собираем и создаем один лист бумаги。なのでまず最初にそのどういう紙の構図ですねにするかを皆さんにはデザインをしてもらいたいです。Вот, поэтому первое вам нужно делать это придумать дизайн цугигами.ここにペラペラのコピー用紙あると思うので、У вас на столе есть такая, ну, тонкая бумага, да? 大丈夫ですか？ありますか？ここに鉛筆で最初に線だけですね。こういう感じで紙のデザインを決めてください。 Вот, и нарисуйте какой цугигами вы хотите。これ最終的に周り2ミリずつの幅で断ち切ってしまうので、それも頭の中に入れながらデザインしてください。Вот еще очень важный момент, что конечная работа будет меньше, чем этот лист. Примерно на 2 сантиметра вот вокруг, то есть по 2 сантиметра не будет. Мы разрежем.でその時意識してもらいたいのが、その紙の重なり方ですね。Вот еще очень важно, как накладывается части бумаги. この継ぎ紙っていうのは、その自然の風景と同じで、手前と奥があります。Так как я уже сказала, что мы имитируем пейзаж, да?
Вот, поэтому есть ближний план и дальний план. 例えばこれが一番手前にある山、次の山、次の山というような感じですね。То, что внизу находится, это самый ближний план. И вверху находится, это самый дальний план. なのでデザインするときもどこが一番自分の手前に来るのかっていうのを考えながらデザインをしてあげてください。Вот, поэтому, когда вы сейчас рисуете, да, дизайн, подумайте об этом, что ближнее, что дальнее. だいたいパーツは4、5パーツぐらいがいいと思います。Еще количество частей, это самое оптимальное, это 4 или 5.あんまりこの一つのパーツが小さいと貼るとき大変になるので、まあ、大きくても小さくてもこれぐらいですねがいいかなって思います。Вот еще если одна часть очень маленькая, то вам очень сложно работать, поэтому сейчас госпожа Хасегава показала, вот минимальный вот размер, вот примерно такой, да, минимальный. А то вы не можете красиво приклеивать.で前他の方が作った作品なんですけど、こういったデザインとかもできるので、なんかいろいろ試して挑戦されてみてください。Но это тоже на мастер-классе когда-то кто-то сделал. Вот примерно такой тоже можно сделать. はい。じゃあとりあえずこの線を作ってもらうところまでやっていただこうかなと思います。はい。Ну давайте тогда пока рисуйте. あ、うん、もう使わない。Давайте тогда перейдем на следующий этап. Вот, если вы еще не закончили рисунок, ну, оставьте его и посмотрите, пожалуйста. どこだ？え、あ、ちょっと待ってください。今先に帰っただけです。次に、あ、さっきの書いた紙とかな。いた。あ、ありがとうございます。次の工程で、この書いてもらったデッサンのこの線が接している部分ですね、に赤いボールペンで線を入れてもらいます。Следующим, что надо делать, это красной ручкой отметить, где соединяются линии. Везде, да? その線に沿って切ってもらって、このようにパーツを貼っていきます。Потом, давайте вот выбираем один рисунок, который вам больше нравится. То есть не берите два сразу, а только один. Возьмите.И на этом рисунке отметите, где линии примыкаются, соединяются, да, вот везде отмечайте красной ручкой. И дальше нужно разрезать этот лист по этим линиям, которые вы провели. Вот, еще перед тем, как вы начинаете резать, пронумеруйте все части. А, ここに番号、手前から順に番号を振っていきます。То есть ближний план – это первый, самый дальний план – это последний. Поэтому, так как уже Хасегава-сан объяснила,Нижние – это ближний план, поэтому нижние части должны быть первый, второй и так далее, да? И верхние – это последние. Сначала пронумеруйте. で、その後この重なる部分ですね。の分ののりしろをこの貼った状態で
足していきます。 2-3 ミリの幅で足していきます。 Вот разрезали все, да? И потом что делаем? Потом приклеим на картон эти части все и добавляем чуть-чуть такой тонкую полоску для приклеивания。その時足していく順番なんですけれど、後ろから後ろの順番から足していけます。1、2、5、4、3、2、1ですね。 Вот эти полоски нужны практически все всех частей, да, кроме первой. Вот. И эти полоски добавляем, начинаем добавлять с дальнего плана, то есть верхней части, да? で、重なる部分の 2-3 ミリ幅を足していきます。こうですね。здесь толщина полоски 2-3 миллиметра. Вот сейчас она штрихами отмечает, здесь будет накладка с соседними частями. Понимаете, да? То есть сюда наносим клей и приклеиваем соседние части туда. Да? Поэтому для этого такая полоска нужна. ここにここの重なるっていう感じです。То есть вот четвертая часть к пятой части приклеивается, да? Наносится вот там на зеленое место. 次に次の番号ですね。Вот дальше пойдем теперь четвертая часть. Для нее нужна такая полоска сюда столько, потому что верхняя часть уже к пятой части приклеена, поэтому там не нужна, да? Только вот здесь нужна. Вот третья часть также вверху не нужна, а внизу с двух сторон нужна полоска. А вторая часть вверху вообще не нужна, и только с одной стороны полоска нужна. У первой части не будет полосок вообще, потому что она так приклеивается к другой части. Да, вот сейчас такими линиями отмечают, вот что куда приклеивается. То есть куда с тем, да, что с тем соединяются. полоски. ちょっと切ってもらって、そうだね。で貼るときにのりしろを全然考えないで貼ってる人が。一回ではのりしろは書かなくて大丈夫。なんかすごい通じてそうだなと思って。あそこ大丈夫かな。ふるって言ってるけど。あ、そうだ、これ全部後ろ書いちゃってて、私が説明してもね、もうなんか言い張っちゃってて、言い張っちゃってて、だからちょっと言ってくださいよ。これは切ってから外側につけないとおかしくなるっていうことを言ってるんですけど、それぞれ全部面積を書いてた。でも型紙はどうするんですか？型紙で多いですね。4つか5つが一番いいって言ったんだと思いますけど、なんかもしのかしまつり、ここで切るときにこのアイスキーという彫刻刀を使います。ナイフです。Когда мы будем резать картон,
будем использовать такую стамеску, называется айски. Каттер できるとこういう線がすごくストレートになるんですね。Если вы используете дизайнерский нож, то линия становится довольно такой гладкая, прямая, да? Ближе к прямой, не прямой, но такой гладкой.こういったものを使って少しずつこうザクザク切っていくようにミシン目のようにして切っていきます。Вот, но мы хотим эти линии как будто руками порезанные, да? Вот, обрезанные. Вот, поэтому мы используем эту стамеску и используем вот, она показала, да, таким образом, что нажимаем и потихонечку, ну, скажем,машинкой шьем ткани, да, раз, два, раз, два. Вот таким образом нужно резать вот таким нажатием. そうすることで線がすごく自然にこうギザギザしたラインになります。Вот. И получается линия не совсем такая гладкая, да? И это, как сказать, передает такую особенность японской бумаги.和紙の風合いも出ますし、料紙は基本的に上に文字が来るものなので、その文字のラインを邪魔しないためのものです。Вот еще такой момент, что на рёше в конце концов пишется, да, какой-то текст. Вот, поэтому здесь вот такая вот негладкая линия не мешает рисованию каллиграфии.なのでここの直線の部分はカッター使って切ってください。Вот, поэтому вокруг есть прямые линии. Это можно резать дизайнерским ножом, ножом. で、こういった曲線をこれでグサグサさして切っていきます。Внутри кривые линии должны резаться вот этой стамеской, вот таким нажатием, коротким нажатием. これ見ていただくと、こう三角形になってます。Вот, если вы смотрите инструмент, то там видно такой треугольник. こうなってますね。で、こっち側の面、こっち側の面を。И эта сторона. Вы смотрите, да, вот стамеску смотрите. そうですね。こっち側の。白い紙の方向に向けて切ってあげてください。Вот, и немножко такой косой, да, обрезан на край, и длинная сторона должна ближе к белой части. 切り方はそんなに難しくないんですけど、垂直に立てて力を下に入れてあげてください。Вот, и вертикально нажимаем сверху вниз.Вот таким образом постепенно получается такая линия. Вот поэтому для этой цели есть такая стамеска, поэтому используйте ее, пожалуйста. Но сейчас вот инструктор покажет, как на самом деле это получается.Посмотрите, пожалуйста, на экран. Еще, еще. А, аригато. Что-то, подождите, кудасай, не? Еще. Чекан ある けど, 皆さんの. あ、全然切れてないですね。あ、で裏見ていただくと穴開いてないとちょっとはい、これだと切れます。あ、вот сейчас с задней стороны ничего не видно, да, то есть ни дырки, ни линии, это нехорошо, потому что не прорезали. でもこういう風に切っていくとこういう感じでガタガタになります。Но если вот достаточно сильно нажмете, то получается такая
リニア。逆にこうガタガタのラインにしたくない方は肩で切ってください。если вам не нравится такая линия и вы хотите более гладкой, то вы можете использовать дизайнерский нож。はい、以上がこのアイスキーの使い方になります。Но можно по одному, но мы сейчас вот делаем, если четыре цвета выбрали, то... Ну что, а мог китай масла? Мог китай масла. Хаяй. Давайте тогда покажем, как резать японскую бумагу. Может быть, кто-то уже начал, но посмотрите, пожалуйста, на экран.皆さん、この型できた方が何人かいらっしゃるので、次は紙の切り方を説明します。あ、значит, у вас такой шаблон получился。まずこの和紙の中から最高5枚紙選んでください。あ、выбирайте, пожалуйста, 5 листа, 5 цветов из этих бумаг. Вот максимум 5. Можно меньше, но нельзя больше по технической причине.はい、5枚です。で、紙はまとめて重ねて、их вместе сложим。一遍に切っていきます。И из них вырезаем формы сразу одновременно。ここですね。マスキング、あ、マスキングテープもらっていいですか？あ、ありがとうございます。Если шаблон двигается, можете зафиксировать его.もし切っているときにこうずれちゃう人とかはマスキングテープで止めて固定したい。竹もブラザン。ああ、こういう感じで固定してあげてください。竹もブラザン。はい。参考にあれを使ってもいいような人。どれですか？紐を重ねる。ああ、最初。でもそれはもう一旦一応もう一回言います。напоминаем, что у нас есть традиционные комбинации цветов, да? Поэтому, когда вы выбираете, какие цвета у вас будут, вы можете обратить на это внимание. Но, конечно, можете выбрать вот те цвета, которые вам нравятся.で、この髪の切り方、基本的にはアイスキーの使い方は同じです。Вот и японскую бумагу также режем как картон。こっちのまっすぐなラインがこっちの曲線のこの紙に沿うようにこう切ってあげてください。То есть длинная часть ножа будет на край шаблона。で、すいません、これでミシン目のように切っていけるので、これも基本的には同じです。あ、вот и не нужно делать сплошную линию, вот потому что, ну как вы наверное видели на бумаге, есть следы машинки, да, вот такой пустые следы машинки, и это легко руками можно.разрезать с помощью этой линии. Вот мы тоже так же поступим. И 皆さんはもう全部切ってから剥がしてください。ここのこれを。Но я сейчас покажу. Но сначала вы все вырезаете и только потом берите из шаблона бумаги. Вот и потом можете достать части вот так руками.
こういう感じになります。ここがわざとこういうふうにギザギザのライン。Вот и где мы резали стамеской, таким образом получается неровная линия。ですね。大きい画面だと、これでもすっごいモコモコしてる。こういう感じになります。Но это то же самое, да? ですね。なので、まあ逆にこういう曲線にしたくない人はカッターで切ってくださいね。Но если вы не хотите такую линию, тогда можете использовать дизайнерский нож. では紙をまず5枚選んで切るところから切ってください。Давайте тогда выбираем 5 листов и начинаем резать бумаги. Верно, да? Вот выбираем половину достаточно, да? Ну, これも多分これ切っちゃったからこれが。Да, да, вот. И вы тогда по одной части делайте, да, вот каждый раз чуть-чуть вот так. Здесь, да? А потом вот оставшиеся части, у вас все равно много частей остается. Вторую комбинацию делаете. Понимаете, почему 5 листов сразу режем? Если 4 цвета выбираете, то вы, у вас будет ну, 4 комбинации. Да.切り出せたようなので、次に紙の貼り合わせ方を説明していきます。Вот вы вырезали эти части. Все есть у вас. さっき番号1234と振ったと思うんですけど、まず番号1のものから使っていきます。Вы помните нумерацию, да? И берем сначала часть первую.この1番の裏ですね、裏のこの重なる部分にだけ糊をつけていきます。この色が変わっている部分ですね。Задняя часть, задняя сторона первой части, где будет накладываться, мы наносим клей. 裏面に糊がついてます。То есть это задняя часть, то есть задняя сторона первой части. だから2、3、4ですね。Вот, и это вторая, третья, четвертая. で、このように2番のここを貼り合わせます。で、まず2から貼っていこうかな。Вот, и первую часть положим сверх второй части. これと1でと2がくっつけますね。И таким образом соединяется первая и вторая части. 次にこの3が重なる部分、ここからここですね。Теперь третья часть, да, вот. の裏面に糊をつけます。Где будет третья часть? で、ここにこうくっつけていきます。Ну, примерно вот с края до середины. Тоже на задней стороне наносим клей. И эти первой и второй части накладываем на третью часть.これでこれが一つのパーツになります。Значит, вот это получилось уже один кусок. で次にこの4番が重なるここの部分に糊をつけていきます。И этот кусочек накладываем на четвертую часть. И где будет четвертая часть, да, где будет накладка с четвертой части, мы с задней стороны наносим клей и также...положим сверх четвертой части этот кусочек. で次にこの5番が重なるこの部分の裏面に糊をつけていきます。Дальше соединяем этот большой кусочек с пятой частью. То есть опять же с задней стороны, где будет накладка с пятой частью. Что-то, итай. Наносим клей и этот кусочек накладываем на
пятую часть сверх. 裏に糊をつけて。Теперь последняя, пятая часть соединяется с шестой, и с задней стороны пятой части наносим клей и накладываем на шестую часть сверх. 光に透かすとこの重なってる部分とかも確認できますので。Вот, если вы смотрите на свет насквозь, да, насквозь японскую бумагу, то там видно, где как накладка получилась. で、こういった一枚の紙にまずしてください。Вот, и таким образом эти части все соединяются и будет один лист.Постепенно. И это будет здесь. А почему вы вот эти вырезали? А я хотела разным цветом сделать. А, ну тогда другой меняется. Ну ладно, давайте сейчас вы лучше соберете. Тогда. А больше будет. Первый блин. Немножко правее. Да, сейчас правее делаем. Я просто. Меня сейчас. Слушайте, пожалуйста. Мы потом приклеим все на более толстую бумагу, да? Но. Это самое последнее, 台紙全面に糊を塗って。Но это потом, и пока работаем только с цветными японскими вот листами, кусочками, которые вы вырезали. 貼って終わりになります。Вот, поэтому вы сейчас вот соединяете эти части, чтобы получился один лист, и только потом этот лист приклеиваем на более тонкую бумагу.なので台紙に直接貼らないように。Вот, поэтому прямо на толстую бумагу не приклеивайте, пожалуйста. Склеили хоть один вариант. Сделали, да? Давайте тогда объясним, как делается следующий этап. 皆さん、こういった形で完成できましたか？ Покажите, пожалуйста, такой получился один лист.このカードホルダーの中に台紙になる白い紙が入っていると。Вот, у вас есть такая вот бумажка, да, как, то есть, есть такая, как открытка, да, да, такая, да. Вот. И внутри есть отдельный лист.で、この入っている白い台紙に、ちょっと見本のものは木なりなんですけど、のにこう糊を。На этот лист наносите клей. Вот полностью, да? Наносите клей. Вот это лицевая сторона. И положите вот так, то есть лицевая сторона вверх, да?で、きれいに伸ばしてきっちり貼ってくださいね。И приклеим, чтобы не было складки. で、白い台紙をさっき机に配りました。Вот, и я положила вам この四隅に赤い点が、今持ってますね。Вот. 四隅に赤い点が入ってるものです。Такой кусочек картона. И там есть отмечено красные точечки.これを上に置いて、この台紙の形に沿ってカットしてあげてください。Накладывайте этот картон и вокруг картон вырезайте. で、最終的に、はい。ありがとうございます。で、最終的にこのカードホルダーにこのようにカードが入れられるような形になります。А потом вот эта бумага это ну держатели открытки, то есть оброшка, да? はい。なのでこのカードホルダーを開いて、открывайте ее,
のこっち側ですね、内側に с этой стороны このカードを置いてあげて、положите этот картон、この赤い点がついているところに鉛筆でサインを印をしてあげてください。и где отмечено красными точечками вы、ここですね。そうすると делайте отметку карандашом、ここに切れ込みを入れてあげます。соединив эти две точки, вы делаете вырезку. Это делается дизайнерским ножом. 一番端っこのここの部分ですね。向きはこうです。Вот место, это самая правильная, правая часть этой бумаги. で、この部分を折り返すとこういった形のカードになります。 Вот, если вы складываете таким образом, こういった形で получается такая открытка. カードが差し込めるようになります。 Вы можете туда поставить свою открытку, да, и... これで今日の工程は全て終了です。 Вот и все. はい、なので皆さんもそこまでちょっとやってみましょう。Вот, поэтому, если у вас один лист готов, то попробуйте это делать. この貼るときに、すごい適当に今貼ったので、あれなんですけど、貼るときにもこういう感じなんですよね。こういうのももう最後、帳尻で合わせて断ち切っちゃうみたいな感じですね。あ、なんか質問です。あ、はい。強気すごいな、もうなんか将来有望だな。え、そんな言い方だった？確かに何のミスも起きてないです、うん、すごい。でなんかこうやり方を教えてあげるとしたら、いやもう分かってるみたいな。斉藤さんに向かってない。確かに斉藤さんの方は、はい、ここに貼る前に周りをきれいにするんですよね。いや、もう貼っちゃってください。貼ってから貼った後にこの台紙を置いて、こうやって切る感じですね。バクルク、ブリザイツ。あ、у вас нет, да? А, вон там есть. あ、そこの2、3枚ますね。これも1枚余ってるもの。Дорогие участники, давайте тогда заканчиваем. そうですかね、もうなんか言葉言って、はい、皆さん今日はお疲れ様でした。すごい素敵なのが出来上がっていてよかったです。皆さんのどれも素敵でした。Спасибо вам большое за участие. Я рада, что у вас у всех получились прекрасные открытки. なんか今回使っていただいたこの和紙は日本の紙なんですけれど、このうちのお店でもいろいろな他にも日本の画材もあるので、ぜひ日本に来た時は遊びに来てください。Мы сегодня использовали японскую бумагу, которую мы продаем в своем магазине.前もってここのメールアドレスあるんですけど、メールアドレスでここのロシアでワークショップ受けたんです、今度遊びに行きますと一言いただければ私たちがお出迎えするので、ぜひお願いします。Вот, у нас еще продаются разные художественные материалы, поэтому если вы вдруг приедете в Японию, обязательно заходите к нам в магазин. Вот, но заранее нам напишите
письмо по электронной почте. Напишите, что мы участвовали, я участвовал в вашем мастер-классе. Тогда мы сами лично встретим вас. で本日の講座はこれで終わりなんですけれど来週の土曜日と日曜日にもあのうちのこのピグモンでワークショップをあのこちらで行います。Сегодня уже заканчиваем, но через неделю, в субботу, воскресенье, еще будут два мастер-класса. こちらが水うちわ。こちらのお水つけても大丈夫な日本の、はい。Это вода, отталкивающая вверх. Да, вот вверх. И это особая бумага, вода отталкивающая.日曜日にはこちらの日本画の伝統的な画材を使って絵を描きます。А в воскресенье мы будем рисовать японской традиционной краской. Это называется нихонга, японская живопись. 明日のお昼から受付開始いたしますので、皆さんよろしければぜひそちらもお越しください。Завтра откроется запись, поэтому если вам интересно, запишите, пожалуйста.では皆さん本日は本当にありがとうございました。Спасибо вам большое за участие.